Полное интервью с Николаем Цесхаридзе смотрите сегодня сразу после 13 часов на Первом канале. Обязательно не пропустите. А вот я, кстати, обратила внимание на его фразу. Да, я, говорит, воспринимала этих людей недалекими. А посмотрите, сколько сейчас вокруг нас получается недалеких людей. Потому что когда вот эти недалекие люди отменяют культуру, они не понимают, что они отменяют самих себя. Они отменяют целый народ. Потому что культура, знаете, она не имеет границ. Это то, что объединяет, и это то, что делает человека именно человеком, человеком понимающим, а не просто каким-то животным. Новости на Первом канале. Но как решить судьбу этих милых девушек Даши, Яны, Сабины? Мы должны обязательно одну зарубить. Хотя я бы зарубил всех троих. Я бы тоже зарубила всех троих. Больше мы с вами здесь уже не увидимся. А мы уже рубим! И скоро придем к вам.